Ну и последняя номинация лучшим нападающим Кубка Майнах Лиги 2017 признан Жакбалиев Мазымбаржа. От себя лично денежным призом за самый красивый гол денежной премии размере 5000 Расул Алмасанов дарит Адану Селимсултанову. За самый красивый гол Расул Алмасанов, да, самый. По 2000 бирливый. Нормально, да? Да, самый. Ну а теперь награждаем финалиста Кубка Айнах Лиги, команду «Даймах».